Совместные плановые рейды представителей управляющей компании ООО «Лидер» и судебных приставов прошли в Петропавловске. В управлении компании находится 41 многоквартирный дом, и далеко не все их жители исправно оплачивают коммунальные услуги. На сегодняшний день взыскано просроченной задолженности более 22 миллионов рублей. Но в оплату взысканной задолженности поступило всего лишь 6 миллионов. Это довольно-таки незначительная сумма. Неплательщики считают, что можно не предпринимать никаких действий для погашения задолженности и несерьезно вообще относятся к сложившейся ситуации. Но это не так. Многие неплательщики – это не нуждающиеся, а просто недисциплинированные граждане, которые не считают обязательным оплачивать потребленные ресурсы. В таких ситуациях судебные приставы имеют право применить комплекс мер принудительного воздействия. Таких, например, как наложить запрет на выезд за пределы страны. В период летних отпусков, я думаю, это очень актуально и гражданам не хотелось бы попасть в такую неприятную ситуацию. Также наложить запрет на регистрацию с недвижимостью транспортными средствами, наложить арест на счета и на имущество. Также судебные приставы имеют право направить исполнительный документ по месту работы неплательщика с целью удержания денежных средств и заработной платы. Управляющая компания сама имеет возможность в кредитной организации, где открыты счета у граждан, приносить судебные приказы. Подобные рейды будут проводить на регулярной основе. И управляющая компания «Лидер» призывает жителей краевой столицы вовремя оплачивать счета за коммунальные услуги, чтобы не оказаться в списке должников. Уважаемые жители, я обращаюсь к вам с такой просьбой. Не бездействуйте, обращайтесь в управляющую компанию. В принципе, мы готовы рассмотреть любые варианты погашения задолженности, готовы идти на уступки. И в том числе рассмотреть возможность реструктуризации вашего долга.